Погиб подозреваемый во взрыве на улице Жуковского, 36. Об этом на своей странице в Facebook заявил член Совета общественной безопасности Руслан Форостяк. 55-летний житель Приднестровья был найден мертвым на обочине автодороги Одесса-Кучурганы. По заключению эксперта, мужчина скончался в результате ДТП. В рамках открытого уголовного производства по факту ДТП милиция провела обыск в квартире, которую снимал погибший. В результате был выявлен целый арсенал взрывчатки и боеприпасов. Кроме того, по предварительным данным, установлено вероятное совпадение самодельного детонатора, изъятого в доме с фрагментами, найденными на месте вчерашнего взрыва на железной дороге. На данный момент ведется следствие.